Because I'm a stud. I'm ballsy. I don't take no shit from anyone. I smoke my stogie with ash holes. I don't have to find a hideout place like you. Everybody, I am back, and today it's a very special review. Today we're doing the Ruski Reviewski, which means I'm gonna be doing this review in Russian. Hey, so сегодня мы будем курить сигару, называется Dirty Rat. Она сокрутена, ее крутит компания Drew Estate из Никарагуа. Я ее курил очень много раз и давно ее не курил, я хочу сегодня делать. Dirty Rat по-русски значит грязная мышка. Грязная мышка. И это имеет рэпер, который из Америки, Коннектикут, Хабана, Коннектикут. Это значит, что это зерна, да, которые из Кубы. Ну, они растут в Америке, и это из чего сделан рэпер. И филлер, что внутри сигары, оно приходит из Никарагуа. Сигара очень-очень красивая. Видишь, оно очень темная, темный лифт. Fuck, my Russian is terrible. Очень красивый черный рэпер. Очень хорошая... Оно построено очень хорошо, и мне нравится, что оно имеет вот такой пигтейл. Пигтейл по-русски — это хвост свиньи. Видишь, вот эта хуйня вот здесь. Рэпер очень имеет кислый запах. И филлер, табак, который внутри, имеет запах как дерево и как мед. Очень-очень сладкий. Очень-очень хорошо тянет. Эта сигара, она еще делает очень много дыма, мне это очень нравится. Имеет вкус как земля и чуть-чуть сладость как мед. Или даже, может быть, не мед, чуть-чуть как корица, you know? So, самый сильный вкус земля и корица. То этот вкус как земля, он приходит из листьев, которые сделаны в Никарагуа. Уже там земля вулканическая, знаешь? И вулканическая земля всегда дает такой вкус земли, когда ты куришь. Даже если нету перца, и оно не очень сильное пока, оно имеет очень чуть-чуть горький вкус. So, как земля, чуть-чуть горькая земля, и чуть-чуть как корица. Я хочу сказать, что вот Drew Estate, Лига Провара, линия Лига Провара, один из моих самых любимых сигары, которые можно купить здесь, в Америке. Я не считаю кубинские сигары, потому что здесь нельзя их купить. Но эти Никарагуан... Оно имеет больше кислость, чуть-чуть больше кислое стало. Гораздо сильнее вкус земли в этой сигаре. И еще начался чуть-чуть черный перец. Черный перец вкус стал. Сначала оно было очень горькое, но оно больше не горькое. Оно имеет вкус как черный перец. So, черный перец и земля. Чуть ближе к band. Это бумажка, я забыл, как называется по-русски. И что случилось, сигара превращается чуть-чуть больше как кожа, как говядина, you know? Чуть-чуть вкус как мясо. Даже если оно имеет еще этот вкус как земля, сзади подходит чуть-чуть вкус этой кожи. И это очень-очень-очень хорошо, потому что это значит, что сигара имеет эволюцию. И это всегда, я думаю, хорошая вещь, чтобы сигара имела. Что я хочу сказать про эту сигару, грязная мышка, это что она имеет очень хороший пепел, и она имеет очень хороший burn, как оно горит очень-очень хорошо. И даже если я оставляю ее чуть-чуть, я работаю, я должен кому-то помочь, я прихожу назад, и оно все равно еще не перестало гореть. И это очень-очень-очень хорошо. Бум! Близко, далеко, близко, далеко, близко, далеко. Я подхожу чуть-чуть ближе к этой бумаге, и что случилось, еще чуть-чуть больше кислота превращается в сигары, во вкус. You know, оно как будто я кушаю огурец, you know what I mean? Соленый огурец или апельсину, you know what I mean? Оно просто чуть-чуть кислое стало. Окей, все, я закончил с этой сигарой. Очень-очень-очень вкусная. Одна из моих любимых сигаров Лига Провара. Ой, извините.
Мне нравится, как она поменялась, когда я ее курил. То, что мне понравилось, это что эта сигара, она началась чуть-чуть горькая, чуть-чуть как вкус земли. И как я ее курил, этот вкус земли поднимался выше и выше и выше и выше и выше. И оно стало еще чуть-чуть горькое, чуть-чуть больше горькое. Дошел до конца, что я заметил, оно больше стало как кожа, как... как говядина, как мясо имеет вкус, и еще чуть сладкое, как мед. Или как корица. Корица чуть-чуть. То очень хорошая. Она стоит где-то $17 здесь в моем магазине. Я думаю, что она стоит каждый цент. Все ее должны попробовать. Она маленькая, но она имеет очень-очень много вкуса. Вкусная сигара. Не меняется много, но очень вкусная. Орьял. I love cigars. Blah, blah, blah.